Привет, друзья! Вы на канале Мир Деревни. И как уже видите, в теплице. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. Unbelievably painful. Навел порядок в теплице, подготавливаем теплицу к посадке. Земля очень сухая, пролил ее. Завтра или послезавтра буду перекапывать. Показывать, как я буду перекапывать, не буду. Это уже есть в предыдущих роликах. Точнее, в предыдущем ролике. А вот она, рассада. Помидоры. Из дома перенесли уже в теплицу. Но тут не только помидоры. Еще что-то. Я пока не знаю. Супруга занимается рассадой. Это надо у нее спросить. Опять-таки, на том же месте, как и в том году, у нас выросла картошка. Не выдержала душа поэта и решили сразу перекопать. Готовим к посадке. Грядку под помидоры. Будем сажать. Ты представляешь, что они делают? Все выключил? Нет, не выключил. Мини мясная дерется с вот этим петухом, который хохитит. Ага. Коль, куда пошел? Снимай. Сюда две? Да, первые две. А, блин, тут надо почистить, что-то я тоже затупил. Палку там есть палка? Ну вот квадрат есть, вот этот удобный. Или вот обратной стороной черенка. Да, мам, можно сюда наступить? Наступи. Там же она. Ля-ля. Папа, ты здесь слишком близко. Ну так, выключи и сделай, чтобы было нормально. Ну это низкорослый. Нет. Я вижу, что нет. Пойди, что ли? Да, давай. Что там за стирка? Печет? Дыми. Мокрый сильно, что ли? Ну, а куда я дену? Понятно, мне не вытаскивать. Все, что-то новое, да. 12. Да? Ты снимаешь? Вот, друзья, вот так вот. Получается, мы сажаем. Никакие лунки мы не делаем вручную большие. А вот таким вот устройством
в том году. Про него много говорили, что очень тяжелое, неудобное, ты там напрягаешься очень сильно, столько усилий прикладываешь для того, чтобы посадить какой-то кустик. Не проще там взять лопатку маленькую, сделать ямку и туда посадить. Да нет, в принципе, очень удобно, не очень тяжело. Спасибо, Андрюха. Вот, так что делаем, сажаем, все получается быстро и хорошо. Ну, расстояние могу померить. Потом. Да, померим потом, скажем, на каком расстоянии у нас это все получилось. Сначала посадили в первые низкорослые, дальше пойдут среднерослые. Ну, а по названиям будем уже потом рассказывать, что да как. Скорее всего, наверное, когда уже созреет. Вот. Все, давай. Корешки, что-то на земле получилось. Что получилось? На земле корешки. А где? Ну, как пришлось. Все? Ну, да, закидывай. Ну, каждый день будет сыпать. Ну, конечно. Ты решил со смещением, что ли? Ну, ты сказал со смещением, но сейчас пойдем со смещением. Это низкорослый, это уже средний, пойдем со смещением. Нет? Давай. А? Давай. Ну, да, может, из-за того, что ты его криво наклоняешь, он не падает. Тут раз ты ровно делал, вот так все время. Ты выключил? Нет, снимает. Надо же показать, как мы это сажаем. Да ровно делай. Все нормально. Получается, вил, ну, это и пошло, да? Да. Это и пошло. А что посередине? А, ну, потому что начинается с середины, да? Ну да. Да, и в этом году решили еще не два в лунку, как в том году делать, а? Еще на густо попроще было. Один в лунку. Почему? Потому что, ну, для нас было в том году очень густо, и мы иногда опыта, так как еще не так уж много, запутывались, и, ну, по крайней мере, я посынковал, иногда бывало одно и то же растение, а второе, которое рядышком, не посынковал. Вот это не убирали за это? Без лапы даже? Лапой семидольный называется этот лапой? Да. А ты что вот это закопала? Ну сейчас вода поднимется, ничего страшного. Как ты в этом году не сидел? Да никакой криво. Оно тогда ложится на эту фигню, которую ты отжимаешь, и получается, оно прилипает. Она так и так ложится на эту фигню, что я так ее ставлю, что я так, что я вот так ее ставлю. Потому что она идет, вот она идет. Ну ты же потом ее отжимаешь. Ну она уже мокрая, прилипает к ней, поэтому так получается. Я потом отжимаю. Если сразу вот отжимать, оно сразу в землю тогда. Сейчас сразу. Чтобы не было в землю. Потому что...
Подвел ведь хрун как раз в пункте, где ты пару посадил. Он запущен. Раз, два, три, четыре. Что, и да, и так же? Да, 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 как раз он все-таки. Ну и таким образом мы будем сажать всю теплицу, или пока не закончится рассада. А рассада у нас... А рассады у нас вот. Вроде бы и много, а вроде бы и мало. Посмотрим, насколько хватит. Посадили все помидоры. Получилось у нас 56 по 3, это 168. Кустов. Прошло уже 5 дней после посадки помидор. Вот так вот это все выглядит. Так, да, и сейчас как раз таки посмотрим, на каком расстоянии у нас получилась посажена рассада. Где-то 35, ну и тут 70, это получается тоже 35 сантиметров. И так тоже. Так, сделаем поровнее. И здесь 30. И здесь 35. Ну, посмотрим дальше. Дальше уже сажали... немного со сдвигом, как говорится, в шахматном порядке. Вот. Ну, берем. Тридцать пять. Потом вот так. Тоже 32 где-то с этой стороны. Смотрим дальше. Тридцать пять, 36 где-то так, даже 34-35, и тут почти 70, ну, 69. Ну, в общем, получается тоже 34-35 сантиметров. Так что все кусты помидор на расстоянии практически 35 сантиметров. Прошла неделя после посадки помидор. Вот так они выглядят. Понравилось видео? Жмите лайк. Не понравилось? Тоже лайк. Подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем всего хорошего и пока!
Да, и чуть не забыл. Оставляем комментарии.